Всем привет, вы на канале Паша King Game Channel. С вами Павел, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. Что же, напоминаю, что в прошлой серии мы вступили в братство, да, нас приняли через глюки, какое-то опьянение, и давайте посмотреть, какое будет первое задание уже в роли брата, да? В роли ассасина, брата-ассасина. Что теперь? Жди там, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Жажду служить. Сложность задания можно определить по индикатору. Чем больше бриллиантов на индикаторе, тем сложнее задание и сильнее враги. Уровень героя также отображается на соответствующем индикаторе. Приобретайте новые навыки и улучшайте снаряжение, чтобы увеличить уровень героя. Хорошо. Так, скрытых убийств, понятно. Нам надо всех убить. Давай начнем. Давайте начнем, наверное, сверху откуда-нибудь. Аккуратненько обойдемся. Что мы имеем? Нам нужно вывести колокол из строя. Так, ну там есть еще, смотри, невинные люди. Их убивать не стоит. Хорошо. Этот смотрит сюда. Этот смотрит вон туда. В любом случае, это запретная зона, и мы вот так вот без палева уж совсем к охраннику не подойдем. Давай-ка спустимся вот здесь. Я предлагаю, наверное, начинать вот с этого друга. Или нет? Так, он нас сейчас может запалить. Как бы не особо охота наводить шухеру. А можно свистнуть? Подожди, подожди, а давай-ка мы заберемся вон туда. В сток сена. Блин, ну там вот эти два мужика, они, наверное, запалят. Что ты хочешь? Проваливай! А как тебя убить? А скрытый клинок-то как мне выбрать? Подожди, а как мне ударить скрытым клинком? Мы же этого ни разу не делали. Настройки управления. Пригнуться, взаимодействовать с орлиное зрение, использовать кассу, навык, карта. Ну в смысле... А как я пойму, как на джойстике-то это делать? Ну что, на что это за обзор управления? Так, а может быть в игре есть геймпад? Кровь, так, нет. Интерфейса, управление. А может это управление, чувствительность? Вибрация. Охренеть, они... Нет джойстика. Как я должен догадаться? Ну, допустим. А, ну, так вот. Я понял, надо просто подходить. Так, он увидит? Теперь нам нужно успеть убить вот того справа, пока тот делает обход. Этим на нас, наверное, все равно, да, Гавриком? Да. Так, мужики, даже не смотрите на меня. Сейчас, давай попробуем. Да ёп, ну спрячься, ну пожалуйста, ну. Так, иди сюда, иди сюда. Можно же из-за угла убивать?
должен быть неподалеку. Ну, я не знаю, насколько это скрытное убийство. Да спрыгни, ну, пожалуйста, блин, ну почему ты не хочешь спрыгивать? Я не знаю, что это вообще прям тяжко с управлением. Он какой-то, блин, вот... Он какой-то вот, я не знаю, неповоротливый, что ли. Он не хочет делать то, чего я хочу, чтобы он делал. Подожди, а если я это попробую на клавиатуре? Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да что... Сюда! Убили! Вот каналья, не ходят в одиночку. Ну? Убивать надо, пока он не начал орать. Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Ну-ка. Он убил месье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. Совет ждет отчета. Так, дымовая бомба. Нажмите 4. Мне кажется, тут на джойстике тяжелее. Быстрее будет на клавиатуре. Потому что на клавиатуре бах, нажал 4. У тебя сразу дымовые бомбы. Не нужно на перекрестие, на крестик нажимать. Ну я понял. Умри! Думаешь убежать? Да я уже убежал. Ты знаешь, да, я не думал, что это скажу, на клавиатуре удобнее. Надо было с ней, вот как начал с ней играть, так и надо было продолжать. Никогда не думал, что в такой игре именно так будет, то, что на клавиатуре удобно. Ну да, это было не столь не беспалевно. А почему мне не засчитали скрытое убийство? Или это те самые? Вот же они, вот, ну, по крайней мере, два я сделал. Да ладно, все, 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 дымовая шашка, это, короче, вещь. У меня еще они есть, да? Замечательно. Где ты? Ты куда так втопил? Откуда тебе столько сил? Я все поражался, как в третьей части про Эцио, старый Эцио может такие трюки вытворять. Черт, а тут такой же. Патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. Хотя ладно, не мы такой же не старый. Мы должны им помешать. Помешать? Не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Всех не спасешь, щенок. Ты из самого дружелюбия. Экстремисты отмечены красным... экстремисты отмечены красным. Терроризируют население. Им платят тамплиеры, они могут узнать вас и атакуют любой части города. И, короче, убивать надо. Ими нашел неподалеку тело месье Аргинона. Ему перерезали горло. Как жизнь, друг мой? А, нам наверх? Я что-то засмотрелся, там тетка завопила такой. Смотри, вопит, капец. Лишь бы только тебя удар не хватил. Давайте спокойно, аккуратненько прыгай, давай вниз. Вот. Все, хана ногам. Была бы. Осторожней, зашибешь кого-нибудь. Да это ты бежишь?
Да-да-да, я бегу за тобой. Бегу, только по верху, а ты по низу. В смысле, а деревья что? Нас чему в третьем ассасине учили? Ой, ладно, он через окно. Я не люблю окна в этой игре. У нас с ним не ладится. Это ты бежишь? Да за тобой поди угонись. Поэтому я и не люблю коопные задания с НПЦ. Лишь бы только тебя удар не хватил. Я люблю спокойно, медленно, размеренно ходить. Куда он так бежит? Вот куда торопиться? Сейчас сердечный приступ заработает. Я сказал, давай все свои деньги. Быстро! Давай в своем уме. Зашибешь кого-нибудь. Так, борьба группировок. Стражи, отмеченные синим, всегда сперва атакуют экстремистов, которые отмечены красным. Не атакуйте их, чтобы избежать боя. Понял? А я их убил. Все, бежим. Дело сделано. Да... А я думал, мы на перегонке бежим, а ты нечестно играешь. Лишь бы только тебе... Да как так можно? Только нашли Севера, а теперь упустим. Потому что имя где-то там не значится. Надо подождать. Слишком много неясностей. Вдруг ошибемся. Идите в штаб-квартиру ассасинов, да? В магазинах вы можете восстановить запас инструментов, боеприпасов и лекарств. Как правило, магазины располагаются неподалеку от точек быстрого перемещения и клубов ассасинов. Синхронизируйте точки обзора, чтобы открывать местоположение магазинов на карте. Хорошо. И что дальше? Покажем записи тамплиеров Мирабо. Еще но он не станет ничего делать. Это не мы. Бей своих. Похоже, ты им недоволен. Политики все такие. Он считает себя миротворцем. Интересно, нам это на руку? Думает, прекратит войну братства с тамплиерами. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Это плохо? Это... Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Шантажировать знатных пленников мелковато для него. Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром Деласером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но он не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье де Лассера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам. О, награды 2 из 2. Ну ладно. Ну, скрытое убийство, третье, да, не получилось, согласен. Надо сейчас чуть-чуть по городу пробежаться будет, понять вообще, как реально удобнее, на клавиатуре все-таки или на джойстике. Меня, честно, подбешивает вот эта часть, некоторые элементы на джойстике в управлении, и нахрен. Но на джойстике, в принципе, удобно. Удобно держать его как-то вот это вот. Так, а что, перелезать? В смысле? Все ассасины, между прочим, их много. Как мне выйти-то отсюда? Как мне покинуть территорию? А, ой, девчонки, привет, близняшки? Да, близняшки, посмотри, ни хрена себе. Близняшки, это хорошо. Здорово.
Да не, мне нам торговец нужен, у нас денег-то нету, откровенно говоря. Нет, стоп. Почему у меня ничего нету? То есть в настройках же было видно, да? Там было написано, что скрытый клинок на единичку. Как мне его выбрать? Тут кое-что для тебя. Что такое? Начать совместное прохождение. Полетят головы. Совместное задание не завершено. Сделаем это. Ой, не, отмени поиск. Нам коопное задание, только сейчас его не хватало. Потом, это, если что, потом будем проходить. Я думал, коопное задание с кем-то, а это, ну, в смысле, с кем-то с НПЦ. Это, наверное, прикольно, но нам не под запись, сейчас еще ждать кого-то. Ой. Сбейте стук вора, да, сейчас, легко. А как? Как? Ты зачем в землю-то упал? Так, выполнено задание в толпе 3 из 5, выполните задание, чтобы получить награду. Хорошо. Ну и что? Ну подожди, сбили мы вора и... Ну он же сейчас дальше убежит. Тетя, походу, за ним не побежит сама, и как бы все. Осмотрите кафе-театр. Арно было поручено управление кафе-театр старого разведывательного штаба ассасинов. Осмотрите здание и подумайте, как его можно улучшить. Давай посмотрим. Это что же, наверное, по сюжету? Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Это, конечно, не парадный вход в Сен-Шапель, зато наше. Раньше его использовали наши шпионы, но сейчас тут полная разруха. Вам помочь? Если узнаю что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Хорошо. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря, для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Ясно. Ну-с, погнали. А что это такое? Костюм ассасина Эдварда. Отправились в логово старого ассасина, чтобы осмотреть свою коллекцию. Так, заберите доход от кафе. Ну, давай. Это какой-то подарок был? Или откуда этот костюм? Это было неожиданно. Пропадет? Неплохой доход. А это что? 20 фунтов? Или франков? Восстановить. Наймите архитектора, чтобы восстановить первый этаж. А, ну это улучшалки. 15 тысяч. Наймите архитектора, чтобы добавить последние штрихи и завершить восстановление кафе-театр. Холл. Ну, короче, самая ближайшая соточка. Ну, у нас есть. У нас 2490. Вот позади меня написано 2490. Ну, давай попозже. Давай сначала посмотрим, что вообще к чему здесь, а потом будем это улучшать. Ну, в самой игре, в смысле, потому что фактически это самое начало. Так, ну погнали, добежим до задания и уже посмотрим, что там будет происходить. Мне кажется, сама революция в городе будет только-только нарастать. Что, наверное, даже будет занятно. Но мы сейчас идем прям сам, да? Защитите мирных жителей. Хорошо. Ну, защитил же. Враги будут вас помнить после окончания боя. Только если им останется. Если будет кто-нибудь, кому останется помнить. Мерси боку. Я тоже так считаю. Фартук.
Видимо, это потом продавать можно. Да потому что я хороший парень. Потому что, ребят, вступаем в ассасины. Все, помогаем. Сундук для подношений прям возле входа. Подходите, не стесняйтесь. В кафе, театр обязательно заходим. Да, там можно выпить, закусить. Мне показалось польский флаг. Я сначала красного, синего не увидел. Не, смотри, вот за то, что бегаем, сейчас не докапываются уже до нас охранники. Так, а теперь вот сейчас быстренько проверим, пока здесь. Дайте мне, пожалуйста, окно. Ладно, давай вообще просто вот миссию пройдем на клавомыши и уже точно определимся, все-таки джойстик или клавомыш. Потому что я не могу понять, не могу, как мне удобней. А, ты уже здесь. Признание. Чарльз Габриэль Сивер, один из убийц мсье де ла Сера, встречается с клиентом в соборе Парижской Богоматери. Узнайте, что ему известно, и убейте его. Хорошо. Что делать? Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги! Живо! Где носит Дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи себе, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Боры! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? Дальтаира в Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Нет, то, что Дальтаир так делали, пускай делают. Это было очень давно. Так, исследуйте области, создайте возможности, уникальные убийства, секретные входы. Один есть, видишь, есть один вариант уникального убийства, два сигнального колокола и два входа. Слушай, интересно, давай попробуем. Допустим, он ходит вон там. Вот теперь у нас начинается чистой воды Хитман, да? С песочницей, можно украсть. Так, а мы можем отсюда спуститься? Походу нет. А... Ну, в смысле, я хотел по веревке быстро спуститься, почему-то он не захотел. Главный служка или охотник за кошельками? Я его! Мы его сейчас без палева убьем. Или просто украдем без палева. Давай, иди сюда. А они меня типа запомнили, потому что я поубивал их по дороге сюда, да? Его людей. До свидания. Так, что я украл? Ключи собора Парижской Богоматери получены. Зашибись. Дальше. Подожди. Ну, забираться наверх надо... Да хорош тебе! По какому-нибудь... Ну, сбоку, да, надо? Где-нибудь сбоку. Ты проверился? Да, месье Дюшино. Вход только один. Со стражей вопрос улажен. Ясно. После смерти Арпинона я не хочу искать. Вернется месье Сильер. Скажу, что я говорю со священником. Потом подойдет. Так, его надо убить, да? Хорошо. Святой. У меня есть дела.
Не минуты, покой! Так, я понял. Я понял. Все, не надо, мне не надо дважды повторять. Поверху пойдем. Этот болван мог бы и поторопиться. Так, ну солдатам до нас все равно. Ух, блин. Святой отец, у меня есть дела. Да где этот священник? Так, 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 подожди, аккуратно, вот сейчас вот тут обходим. Шанс будет. И где его четверть носит? Да хорош, блин, ну чё ж ты забираешься-то на все щели, на все палки? Паркурщик ты недобитый. Этот болван мог бы и поторопиться. На шанс. Блин, охрана. Тридцать процентов? Богу 10 идет. Кем этот север себя возомнил? У вас нет выбора. Еще немного, и бунтовщики набросятся на вашу церковь, как саранча. Что ж, я все улажу с месье Севером. Следите за исповедальнями. Хозяин не станет говорить о деле при лишних ушах. Да, месье. Куда он пойдет? Туда? Увы, месье. Беседу вы пропустите. Вот и все. Типа ему пофигу, священнику на это на все. А, ну ништяк. Идем. Так, исповедальня-то где? Наверх. У нас есть ключи, не забываем. Как вы? Да блин, они задолбали, они как-то со спины меня видят. Так, во-первых, давай-ка в толпу, и мне кажется, пора наверх. Погнали наверх. Я думаю, там какой-нибудь, ну, чердак-то есть, наверное, дверка тут. Обязательно должна быть. Так, не вижу здесь никого из живых. А нет, есть. Не, ну это Хитман чистой воды, да? Вот это вот встреча в исповедальне, все дела. Понимаешь, да, о чем я? Ну если ты играл Хитман или смотрел там. Так, стоп, тут, вот тут вход-то. Да куда ж ты прыгаешь? Ты там же вон. А где вход? Я что-то не понимаю. Он тут же должен быть. Вот, смотри. Так, что-то непонятно. Хорошо, хорошо. Давай искать. Допустим, вот тут, где этот долбанный вход? Может быть, чуть повыше? Тут вообще вход-то есть?
Просто есть лестницы, все это есть. А где, как зайти-то? Ну, ты же понимаешь, нам через главный вход никак не попасть. А это что такое? Подожди, вот это что такое? Так, это запретная зона. Ну, это понятно, тоже запретная зона. Это же, блин, вот это не дверь. Неужели тут окна не открываются? Нам через главный вход вообще никак нельзя заходить. Где же это место? Куда ключи применять? Может, вот это вот? А почему нет? Прыгни ты, пожалуйста. Так, вот куртизанка стоит. Где? Я просто не совсем понимаю, понизу или поверху? Давай понизу поищем. У нас есть ключи, соответственно, где-то есть еще один вход. Это ломается? Нет. Восклицательный знак тут стоит, но это, видимо, исповедальня. Тут холивар вон эти устраивают. Так. Так, короче, да, я нашел вход прямо над главным входом. И переключился на джойстик. Но он не заходит. А почему? Ну, видишь, он не заходит. Ну нет, тут ничего не надо выбирать. Может, надо с этим поговорить сначала? Не понимаю. Я серьезно говорю, я не понимаю. А, вот, появилась. Почему возле той двери не появлялась? Окей. Я думаю, нам нужно... Хотя нет, пока можно палевно, да? Так, давайте кого-нибудь еще вон того устраним. Тихо. Скотина, блин, сволочь, идет сюда. Нам нужно попасть в исповедальню. Попадем в исповедальню, грохнем его. Кстати, а почему у нас только один кинжал? Почему не двойной, как у Эдзо? Так, а это нам не враг. А как нам туда попасть? Там люди его.
времени нет. Подожди, а как туда попасть-то без палева? Там два... Трое? Так, хорошо, давай-ка спустимся. Ой, блин, их много-то как. Мне кажется, надо как-то там еще обойти. Где этот Дюшин? Почему ты этот голубенький? Где этот Дюшин? И подойду я к жертвеннику Божию. Такое ощущение, как будто какой-то помощник. И вступись в яжбу мою с народом недобрым. Бля, хамуха! Ладно, это все было без палева. То ли я на что-то не то нажимаю, что начинает дичь какую-то вытворять. Я не хочу тут состариться. А ты можешь спуститься? Времени нет. Нормально. Вот сейчас было хорошо. Да где он там застрял? Так это все палево, это палево. Надо успеть, надо вот этих тоже поубивать. Нам нафиг эти свидетели не нужны. И вот того тоже надо положить. Хотя там свидетелей больше. Времени нет. Времени нет. Пройди, пожалуйста. Черт, что? Времени нет. Ладно, пофигу, прошли. Времени нет. Что-то не то. Времени нет. Где этот Дюшин? Что это сделал от вас? Гляну, что там. Так, вот еще один сейчас кандидат подойдет к нам сам. Какой наглец. Какой наглец. Да где он там застрял? Вернее, начнем-то сегодня за это ответить. Минуточку. Времени нет. Я тебя, мразь. Бляха-муха. А он не вышел? Он не вышел. Он не вышел. Времени нет. Я не хочу тут состариться. Я не хочу тут состариться. Так, я что-то не понимаю. Что, как тебя убить-то теперь? Да где он там застрял?
Или что-то забаговалось? Да где он там застрял? Давай-ка это сейчас кипиш спадет. Мне кажется, это, ну, именно поэтому не дается. Где этот Дюшино? Не дают пройти. Где этот Дюшино? По-моему, как-то совсем сейчас бредово, да, уже дело идет. Я не хочу тут состариться. Времени нет. Я не понимаю, как он меня видит. Времени нет. Как мне тебя достать-то? Где этот Дюшино? Как? Блин, ты можешь обойти, пожалуйста? Не надо заходить. Ты можешь залезть на нее? Пожалуйста, залезь на нее. Да где он там застрял? Да где он там застрял? Ну, он же в исповедальне, где да? Где этот Дюшино? Или он за ней? Да где он там застрял? Погодь, ну что, серьезно, за ней? Подожди, заберись. Где этот Дюшино? Где этот Дюшино? Блин, ты можешь забраться, пожалуйста? Где этот Дюшино? Что? Что не так? Что тебя не устраивает, а, блин? Арно, ты чё меня бесишь? Я не хочу тут состариться. Да где он там застрял? Блять, выйди хотя бы, ёб твою мать. Вот это уже начинает меня бесить. Где он там застрял? Да где он там застрял? Миссия элементарная же. Какой наглец. Я не хочу тут состариться. Блин, меня бесит это управление. Я не могу, меня прям бомбит с этого управления. Ну что тебе не устраивает? Почему ты не хочешь нормально вот просто карабкаться? Я ему показываю, спустись на эту вот, на эту балочку. Он не спускается на нее, понимаешь? Не спускается. Какой наглец. Я не хочу тут состариться. Короче, это походу надо перепройти. Давайте это в следующей серии доделаем, и будет, наверное, хорошо. А сейчас прям вообще боль. Я должен чуть-чуть остыть, короче, от этого, от всего происходящего. Я надо будет, наверное, перепройти ее. Давайте в следующей серии, короче, продолжим эту миссию. Ой, спасибо всем, кто смотрел, народ. Поддержи видос лайком, подписывайся на канал, если еще это не сделал. Ссылка на прохождение будет также в описании под видео. Все, до встречи в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.